Друзья, сегодня была возможность поговорить с группой молодых парней, и я спросил у них вопрос: в чем смысл вашей жизни? Один парень сказал, говорит, зарабатывать деньги или тратить деньги. Я его спросил, говорю, слушай, а если человека нету здоровья, если человек болен, ему вообще не интересно деньги тратить или зарабатывать, если у него какая-то тяжелая болезнь. Для него, что ему представляет интерес, это здоровье. Для него это номер один. Многие богатые люди поканчивали жизнь свою самоубийством только потому, что не имели смысла жизни. То есть деньги, хорошо, когда они есть, но это не смысл жизни, потому что смысл жизни намного глубже. Смысл жизни – Иисус Христос. Жизнь с Иисусом Христом, отношения с Иисусом Христом. Я рассказал этим молодым парням об этом смысле жизни и объяснил то, что, имея этот смысл жизни, человек может не только, знаете, не только надеяться на будущее. Прекрасно, мы надеемся на вечную жизнь с Иисусом Христом, потому что мы познали Его. Но кроме этого, зная Иисуса Христа, человек может правильно построить свою семейную жизнь. Зная Иисуса Христа, человек может правильно построить воспитание детей, другие сферы своей жизни. То есть даже в таких простых физической жизни человек, зная Иисуса Христа, будет делать правильные решения чаще и больше. Конечно же, каждый из нас подвержен искушениям, потому что мы находимся в физическом теле, и нам каждый день нужно уметь говорить своему грешному «я» – «нет». Каждый день нам нужно отвергать себя, свои плотские желания и слушать Слово Божие, слушать то, что говорит Бог, и жить по воле Божьей для славы Божьей. Поэтому, друзья, смысл жизни только в Иисусе Христе. Запомните это. Смысл жизни – сам Иисус Христос. Апостол Иоанн говорит, мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Друзья, Иисус Христос – наша жизнь. Иисус Христос – наш смысл жизни. Запомните это. На всю вашу жизнь запомните это. И не ищите где-то смысл жизни в другом месте. Только в Иисусе счастлив я всегда. Только в Нем наш смысл жизни. Еще раз хочу поздравить вас с воскресением Иисуса Христа, светлым праздником Пасхи. Благослови Господь каждого из вас. Аминь.